Здравствуйте, друзья! Сегодня хочу вам рассказать о средстве для мытья посуды Аперсах. Вот в такой большой бутылке на 1000 мл. Средство концентрированное, его можно разводить. Разводить его можно даже 1 к 5. Вот я приобрела такую емкость на 250 мл. И на эту емкость достаточно 50 мл средства, ну, остальное вода. 50 мл это примерно вот таких 2-2,5 колпачка. Заливаем водичкой. При таком разведении средство не теряет своей эффективности. Моет посуду отлично, выполняет полностью свою задачу, справляясь с жиром и остатками от пищи. Очень хорошо моет стеклянную посуду. Сейчас можем проэкспериментировать. Вот у нас есть такой бокал, да? Сейчас мы его вымоем. Как видим, средство отлично справилось со стеклянной посудой, не оставляя мыльных потеков. Идеально подходит для мытья детской посуды и детских игрушек. На вымытой посуде не остается вредной пленки, которую оставляют за собой химические промышленные средства. Средством можно мыть кухонные поверхности. Оно очень хорошо убирает запахи с поверхностей, например, запах рыбы. Средство изготовлено из мыльного ореха, поэтому из всех представленных на рынке Украины самое безопасное. Не сушит кожу рук, а наоборот увлажняет ее. Кроме того, оно действительно экономное. Всем рекомендую. Для заказа пишите в Viber.